Итак, всем здравствуйте. Мы сейчас сворачиваем с Ухамвита, по-моему, на южную улицу. Едем, в общем, в центр с отеля Botany Beach. Видим пробку. Видим тук-туки синие, от которых можно будет доехать потом в центр. Ну, в общем так. Погода жаркая, влажная. Вот. Но терпимая. Вот. Не обязательно было комментировать. Ну, в общем, все нормально. Таиланд — страна контрастов. Очень много таких мотобайков. Движение, да, я не сказал бы, что хаотичное. Ездят, в принципе, как у нас в России. В Москве, по крайней мере. Только меньше машин. Ну, вот то, что пробки здесь, это ничто по сравнению с тем, что мы видим в столице нашей Родины. Вот. По ценам, что сказать, цены разные, очень разные, поэтому подсчитывайте бюджет. Берите, конечно, денег больше, чем больше, тем лучше, и желательно еще оставить несколько сотен долларов на непредвиденные расходы, на какие-либо. Вот. Долететь нормально сюда, с Бангкока 2 часа нормально ехать тоже. Пока туда-сюда как-то после 10-часового перелета это не чувствуется. Вот. Из машин по маркам Toyota, Isuzu, Honda, Mitsubishi. Видел BMW трешку. Вот. Форда видел какого-то пикапа. Ну а так в основном японки, конечно, здесь преобладают. Ну и с запчастями, наверное, то же самое. Сейчас мы едем на маршрутке вот до Тип Плаза. Сейчас едем. Вот оттуда мы будем своим ходом добираться как-то обратно в отель. Ну, мы решили погулять. Вот это как раз, да, проезжаем сейчас ночной рынок. Ну, вот где-то тут уже был. Вот. Так что вот примерно такие дела. Ну, на самом деле, контраст очень большой, и мы, на самом деле, не особо сейчас представляем, что мы делаем, куда мы идем. Ну, хочется всего и сразу все посмотреть, все пощупать. Вот. Ну, в общем, делаем все рандомно. Мы особо не планируем ничего. В общем, как получится. Вот. Примерно такие дела. Язык у них полная фигня. Ничего не понятно, в общем. Ну, ладно, всем пока. Это был я. Всем счастливо.